Джентльмены, до сих пор вас готовили в Эксетере для выполнения особого задания. Это задание, видимо, как-то связано с захватом мостов. То, что я вам скажу, сверхсекретные сведения. Если кто-то из вас скажет слово «мост» за пределами этой комнаты, я его услышу, в два счета пойдете под суд. Вторжение в Европу начнется сразу в пяти основных районах побережья Франции. Части 2-й британской армии ударят по районам Золотой и Меч, а 3-я канадская пехотная дивизия займет Джуна. С востока янки займут районы Юта и Омаха. Теперь весь восточный фланг группировки будет уязвим для контрнаступления немцев из района Кале. Если немцы прорвутся, их танки могут выйти напрямую на берег Меч, вплоть до Юты, угрожая всему плацдарму. Наша задача вместе с 6-й воздушной дивизией любой ценой защищать их с тыла, захватив все ключевые мосты по этой оси. Цель группы D — этот мост через Каннский канал. Под прикрытием темноты планер сбросит нас в поле у моста. Оттуда мы предпримем быструю атаку на немецкий ДОТ и не дадим немцам взорвать мост. Как минимум один Брен будет поддерживать нас огнем, пока мы будем заходить с флангов. Захватив мост, мы должны будем удерживать его, пока нас не сменят, и это может продлиться несколько часов. В это время может получиться так, что нам придется использовать против немцев их собственное оружие. Так что я вам предлагаю познакомиться с трофейными экземплярами, которые есть у нас на базе. Удачи, Бог в помощь! Вольно! Приветствую вас на канале Splay. Мы продолжаем проходить Call of Duty на сложности ветеран. Итак, в прошлой части мы спасли капитана Прайса и майора Инграма. Теперь, видимо, с капитаном Прайсом будем сражаться в дальнейших боях. Так, наша задача захватить невредимый мост над каналом в Бенувиль и удерживать его до прибытия 7-го десантного батальона. Понятно, вперед. Я не вижу Буа-де-Бавон. Ради всего святого, Джек. Это самый большой лес в Нормандии. Внимательно! Я и так внимателен. Его здесь нет. Может, они его вырубили? По моим расчетам, мы на верном пути. Крен на 2 градуса к северу. 5, 4, 3, 2, 1. Бинго! 2 градуса направо по курсу. Дали. Все в порядке. Пристегнуться перед посадкой. Река! Сбросим! Чертовски жесткая посадка, а? Все в порядке, Вилс? Да, я в норме. Порядок. Выполняем приказ! Давай, вперед, давай, вперед! Давай, ну! Сержант Эванс, рад, что ты все еще с нами. Нам везет. Немцы не отреагировали на наше блестящее приземление. Найди подходящее место для уничтожения их бункера. Мы тебя прикроем. Вот удивительно, что немцы не заметили падение самолета вот в 200 метрах от себя. Ну да ладно. Позицию, говорит, занять. Где вот мне? За столбом, что ли, занимать? Ладно. Ну, погнали. Thank you.
Давайте с винтовочкой здесь же попрощаем. Соединиться с Прайсом. Ну давай попробуем. Сержант! Бегите вдоль берега и разверните их зенитку на этот танк! Найдите рядового Милса и заберите его с собой! Надо избавиться от этой проклятой штуковины! Это молодец, что ты. Прикрывать его как-то. Эй ты, пойдешь со мной? Так, давай. Зачистим зону. Не проблема, это свобода. Со по-другому этот мост просто невозможно пройти. Вот мне еще сейчас за зенитку садиться, я вообще не представляю. Как вообще я это хз. Надо сделать, сержант! Попробуй еще! Вот так теперь до конца уровня. Надо будет играть вот с этим вот запасом здоровья. Это просто капец. Я вообще не представляю. Thank you.
Мы прочесали район. Кроме небольшого запаса лекарств, все, что мы нашли, пара винтовок и несколько панцерфаустов, практически непригодные. Слава богу, у нас есть эта зенитка. С ней мы можем удержать мост до прихода помощи. Учитывая опыт предыдущего уровня, давайте-ка зениточку развернем. Опа. Вот это подстава, ну ладно. Как говорится, хрен с ней. Насколько я помню, с ней все-таки можно стрелять. Прикрой меня! Thank you.
Уже танк. Блин, а кто что-то здесь нет? Пипец. Будем отсиживаться. Что не так с этими пулеметами? Браво, Фан!
выстрелил. Надеюсь, это последний. Отличная работа, парни. Черт меня дери. Так, рассаживайтесь. Мы получили новые распоряжения прямиком от Суи и двоих новичков из 6-й воздушной армии, которые помогут нам выполнить их. Они были рекомендованы для участия в этой операции в связи с высокой оценкой их действий в день Д. Капитан Прайс, сержант Эванс, добро пожаловать в третий отряд. Ну а теперь перейдем к делу. Здесь расположение важнейших плотин гидроэлектростанций Рурского промышленного района Германии. Эти ГЭС обеспечивают электроэнергией заводы и города этого района. В прошлом году один умный парень по имени доктор Бернс Уоллес придумал новый вид бомбы специально для взрыва дамб. Этими самыми бомбами молодцы из 617-й эскадрильи успешно взорвали дамбы на Моне и Эдере и затопили весь промышленный центр Германии. Плохие новости состоят в том, что эти ублюдки уже все починили, и командование хочет, чтобы по этим целям был нанесен новый удар. Это дамба на Эдере. Мы высадимся рядом с ней ночью. Согласно данным разведки, на день пути вокруг дамбы находится безлюдная местность. Но сбросить бомбы на дамбу сейчас невозможно, потому что вокруг нее установлено слишком много зенитных батарей. Наша задача — уничтожить как можно больше зениток, чтобы расчистить путь бомбардировщикам. В здании внизу дамбы расположены электрогенераторы. Мы должны будем взорвать их, если это не удастся сделать бомбардировщикам. Мы установим взрывные устройства на короткое время. Потом доберемся оттуда на грузовике до ближайшего аэродрома и захватим у врага подходящий транспортный самолет. Вы все знаете, что делать. Проверьте ваши боеприпасы, выверите прицелы и внимательно изучите карты и фотографии. Операция начнется в течение ближайших 2 часов. Удачи! Так, нейтрализовать противовоздушную оборону для возможности возобновления бомбардировки, да, дамбы Эдер в Германии. Необходимо уничтожить генераторы питания электростанции рядом с дамбой, таким образом замедлив производство на немецких заводах по всему району долины Рур. Кстати, мы теперь в САС. 3 недели назад переведен в САС с капитаном Прайсом по приказу... Не понимаю, что это. Кроме него из 6-го... воздушного батальона не встретил никого. Все солдаты самые опытные из всех, что мне встречались, особенно сержант Уотерс. Сделаю все возможное, чтобы не подвести. Так, ну вот она дамба, которую нам нужно уничтожить. Ну, погнали. Ох ты ж ее.
уже две зенитки завалили, а к нам даже не вышел никто. Вам что, вообще пофиг? О, кто-то очухался. Следующий. Стена подходит, там все надо скоро на местное вооружение переходить. Ты ж блин. Thank you.
Спрятаться решил, козел. Так, стентер надо менять. Стопудово сейчас будет сверху палить, как? Вообще не знаю, как будет пройти. Ладно, бегом. Патронов, правда, я здесь побольше пока. Чё ты за пируэт этот выполняешь? Alle Mann in Kampfbereitschaft!
Ладно, вперед. Еще будут? А какая у нас цель? Генератор. Угу. Очень удобное помещение. Где вы? Пока надо орудие уничтожить. Кто? Сейчас обратно, точно так же с боем прорываться.
Сматываемся по-быстрому. Делаем все то же самое, только в обратную сторону. Ух ты ж. Ну да, второй. Вижу, что тут. Том сейчас будет. Жестко. Feindliche
Ну что вы, кончились, ребята? Вот это нежданчик. Я ведь правда думал, что больше нет никого. Вон за мной машина. Прыгаем в грузовик! Здорово, Прайс. Валим, валим отсюда. Ух ты ж. О, я тебя не видел. Так, ну а на этом предлагаю прерваться. Продолжим в следующий раз. Увидимся на канале S-Play. Пока.